Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй Моррисон, и мы продолжаем проходить игру Tower Conquest. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с тренировки и заберем всех наших ребят, которые уже, в принципе, отзанимались, прокачались и готовы вступить в бой. Так, замечательно, давайте-ка... Ах ты, елки-палки, я думал, что в армии, может быть, кого-нибудь сможем прокачать, но не сейчас. 24 карточки нам даются на базу, и давай посмотрим, что еще помимо этого. Вау-вау-вау, смотри-ка, 20 карточек на богиню солнца. Так, бородавочек 19, фехтовальщик и, по-моему, база друидки. Так, и 21 тысяча монет. Слушайте, ну неплохо. Сразу же проведем следующий бой. И пускай у нас, как говорится, будет идти время по отчету. Слушай, что-то я, по-моему, поторопился и взял. Ну ладно, давайте сыграем имбовым отрядом против наверняка какого-нибудь легенького противника. Так, выходит голем. Слушайте, я думаю, что здесь, наверное, будет достаточно одного мага-воина. И, скорее всего, ему сейчас не поздоровится. Ну да, ребят, я, скорее всего, был прав. Она сейчас одна, наверное, здесь все разрулит. Хотя нет. Терракотовый воин нам, наверное, здесь будет очень сильно мешать. А если мы в придачу ко всему вызовем, вот, например, Ронина. Упс. Смотри, что делает, а. Смотри, что делает. Так, за карточку спасибо. Отдельное. Так, и давайте применять. Да не надо ничего применять, ребят. Все. Два воина, в принципе, справились с противником, с нашим. Естественно, мы с вами зарабатываем первое место, и оно у нас продержится до победы. Ежедневное испытание. Вау. У нас разыгрывается некро. А почему бы нам ее не заработать? А ну-ка давайте... Хотел сказать, а ну-ка давайте мы ее сейчас заработаем. Смотрите, ребят, внимательно. 92 уровень. Тут бомбер, тут некроп, ниндзя и лучница. Против этих ребят я должен драться вот таким вот отрядом. Слушай, по-моему, это бесполезно. Я, конечно, попробую один разочек, но ничего хорошего здесь у нас не получится. Потому что молотильщик, да, и мечник, они вдвоем не справятся. Но, тем не менее, давайте хотя бы одну попыточку попробуем провести. Если мы еще здесь выиграем, это, конечно, будет имба. Просто-напросто, у меня других слов нету. Ну вот, смотрите, вот начинается. Давай так вот в паре мы их поставим. Хорошо, ладно, предположим, ребята, здесь... Ну куда ты... А, нет, нормально, подожди. Слушай, но... Для меня это как-то неожиданно даже, если честно. Так, вот бомбер, да, полетел. Сейчас... Ай, ну зато он тут промахнулся. Ну что ты, ну елки ты моталки, а. Кто у нас там, ребят, все нормально? Так, мечник справился с ниндзей. Это очень классно. Кстати, почему я не коплю ману, а? Давай вот так вот сделаем. Упс. Замечательно, я вызываю еще одного молотильщика. Да чтоб тебя. Очень много нам вредности приносит именно бомбер. Ну ты посмотри. Вот ты... Ёлки-пал, вот это что-то новенькое, ребята. Он все-таки бомбанул в меня фаерболом, а. Все-таки набрался смелости и бомбанул. Молотильщик упал. Я хоть урон там нанес по базе, да я, в принципе, ее разнес, если честно. Остается лишь добить, а времени у меня мало. Две минутки. Ладно, опять этот бомбер. Слушай, некро, не надо кричать. Ты когда кричишь, ты тормозишь бомбера, и это только во вред нам идет. Ай, и урона как такового она не наносит. Понимаете, да? Слушай, иди отсюда, ниндзя, достал уже, серьезно. Так, хорошо, тут получилось. Вот, вот, вот. Оптимально было, когда молотильщик погибает, естественно. Выпускает свою циркулярку. Все, ребят, по-моему, мы спеклись. Я не могу пройти дальше, чем нужно. Хоть и хочется, но не получится. Давай посмотрим. Так, сейчас мы уничтожаем лучника. Опять он применяет фаербол, как всегда, не вовремя. Так, некро кричит. Можно, в принципе, знаете, что сделать, ребят? Вот такую штуку. Вау. Круто. Слушай, 46 секунд. Ну, я не уверен, что мы здесь с вами сможем подойти к базе и наказать, в конце концов. Вы видите, что тут получается. Если бы у меня был бы немножко прокачан лучше щитобот, скорее всего, все было бы хорошо. Ну вот, вот, началось. Опять та же самая песня, ребята. Ну как вот быть? Невозможно просто-напросто его наказать.
И вот это самое обидное. Если бы... Ну, попробуем. Вот, предположим, ребят, предположим, последние секунды. У меня еще такие тут воины, я вам скажу, там супер просто быстрые. Давай, давай, молотильщик. Может быть, за счет тебя у нас как-то получится. 5 секунд. Ну, есть! Ребята, я на последней секунде подбил ему базу. Слушай, ну это достойно, достойно было на самом деле даже для меня. Так, 23 карточки некро. Слушай, ну, классно. Я, правда, не знаю, стоит ли мне пробовать еще вторую попытку. Боюсь, сольемся мы здесь. Ну, рискну я все-таки. Мы все равно здесь с вами ничего не проигрываем, да? Ну, а если выиграем, то только в плюс к нам пойдет. Давайте-ка еще разочек попробуем. Я прекрасно знаю, что рано или поздно у нас будет здесь какой-нибудь обломчик. И ничего дальше не пойдет. Но я постараюсь. Так, и, во-первых, ребята, у меня было всего лишь 300 манны. И на этих 300 маннах я играл игру. Да, как ни странно. Поэтому сейчас я хочу немножко поднакопить побольше, чтобы практически без перерыва вызывать свою армию. Блин, бомбер промахнулся, вот лузер, а. Ну что же, это классно, ребята. Потому что это дает нам некое преимущество. Так. Ух, как хорошо-то все идет. Давай, давай, вызывай. Кого ты там сейчас вызовешь? Я фаербол. Вот, 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 вот как раз то, что нужно было. Блин, замечательно, ребята, вы поняли, да, что некро при смерти вызывает вот этих вот колобков. И это очень плохо, потому что они, смотрите, что делают. Они очень и очень плохо делают для нас. Да ладно тебе, хорош, успокойся. Роднуля. Давай, 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 давай. Прижимаем всех врагов возле базы. И тут уже начинаем, конечно же, разбирать. Там фаербол прилетел. Слушай, я тогда тоже сделаю сейчас удар фаерболом. И опять это некро со своими колобками. Да что ж ты будешь делать, а? Ребят, ну это... Блин, надо было бы мне тоже некро взять, если бы мне ее позволяли. Во-первых, а мне ее не дали. Так что, что я могу здесь сделать? Слушай, вроде бы я вызываю без, как говорится, без каких-то промежутков своих юнитов. И тем не менее у меня ни шиша не выходит. Да ты заколебал-то со своим фаерболом-то уже, а? Ну серьезно. Давай попробуем вот так сделать. Вот так вот, все это в кучу, как говорится. Ну, естественно, естественно, опять эти колобки выходят. Вы заметили, кстати, что мой молотильщик за последнюю вот игру ни разу не выпустил свою пилу. А должен был хотя бы, ну, пару раз. А я этого не замечаю. Так, мы что, разнесем базу? Ну, да. Успел, успел, и это хорошо, ребят. Для меня это огромный успех, потому что мы с вами зарабатываем 13 карточек некро. Так, ну что же, раз пошла такая пляска, я думаю, что мы с вами еще один последний бой попробуем замутить. И буду надеяться, что все у нас хорошо получится. Я не буду брать, ребята, храмового пса, потому что он 49 уровня. В принципе, тут и банши как бы не особо нужна, но... Она 64-я, и все-таки хоть кого-то может застанить или тех же самых колобков может уничтожить, которые появляются после гибели некро. А храмовый пес 49-го уровня вообще ничего не сможет сделать. Толку от него абсолютно ноль. Так, ну что, погнали? Начнем, как говорится, нашу развлекуху. Так, нам нужно что? Нам нужно, ребята, вызвать молотильщика. Отлично, тут, в принципе, все хорошо. Естественно, сейчас, ребята, он будет применять фаербол буквально в ближайшие сроки. Так, вызовем. Смотрите, как хорошо, вот. Но почему-то поздно, ребята, поздно, конечно, вылетело у нас циркуляра. Ну, щитобот, ну елки-ты, ну что ты там обнимаешься-то с лучницем этим? Ай. Еще и некро вышло. Ну, естественно, ребята, тут ничего не получится, потому что сейчас после гибели ее выйдут 1000 колобков, которые будут уничтожать мои отрядики. И что-то вот лучница там раздухарилась. Это совсем мне не нравится, если честно. Вот выпало бы у нас циркуляра бы сейчас, весь бы вот этот вот отряд мы могли бы просто разнести в пух и прах. Или же сделать, например, фаерболом и уничтожить весь отряд. Ну, так вот как-то, я не знаю. Слушай, ребят, я заметил, что всегда при последнем бое вот у нас мы сливаемся с вами. Это какая-то прям, ну, тенденция вот такая вот у нас. Всегда сливаемся. Смотрите, что происходит. Некро под офигенным прикрытием лучников, ниндзи ничего не дает. Естественно, молотильщик наш не вызывает пилу. Соответственно, эта вся орда стоит. Она стоит, и она уже уничтожает мой замок.
Все, тут, по-моему, ребята, фейл. Хотя, подожди секунду, попробуем так сделать. Да куда ж ты, фаербол? Ребят, фаербол полетел просто в этих, в колобков. Соответственно, здесь слив. Ох, ну ладно, самое главное, что мы с вами получили большее количество карточек на некро, и это хорошо. Это очень здорово. Так, в армии по-прежнему у нас тихо. Я единственное хотел посмотреть, ребята, сколько нужно нам карточек на некро, чтобы ее прапать. Ну, на самом деле, очень много, почти 650 карточек. Ладно, не будем расстраиваться, а мы переходим с вами к... Подожди, давай-ка мы зайдем в магазин, посмотрим. Так, возьму я бесплатно копейщицу и хочу кое-что посмотреть. Так, у нас есть опыт. Ну, я тратить не буду деньги на опыт, я лучше, знаете... Так, что такое опять? Квест какой-то завершил. Ага, загляни в магазин. Я заглянул. И потрачу я вот эти деньги. Да, пожалуй, на того же самого Грифона, ребята. Все, 91 уровень. И, кстати, кто-то сказал, что взять БФГ можно в третий отряд. То есть, получается, вот в этот. Слушай, ну а куда мне его брать сюда? Вместо молотильщика? Ну, не уверен я в этом. БФГ здесь неплохо сидит. Да, ребята, неплохо сидит, и мне кажется, здесь больше толку от него. Поехали, короче, на основную сюжетную линию. Мы с вами остановились на Терракотовой долине. У нас с вами еще три карты. Четыре даже. Ага, так получается, мы только одну с вами прошли, ясно? Ну что же, приступаем. Слушай, погоди-ка, ребята, у меня такое ощущение, что я вот это проходил. Самурай и Терракоша. Разве у нас не было такого, а? Хм, ладно, поехали. Может быть, конечно, я чего-то путаю. Но не думаю. Так, приступаем. Главное накопить побольше маны. Сейчас, ага, самурая вызвал он. Ладно, самурай у меня будет против голема моего. Давай, посмотрим, кто кого. И, соответственно, я, наверное, буду призывать сразу Джиггернаута. Вот таким вот образом. Так, второй самурай вышел, да? Ну, здесь придется нам в любом случае призвать чумную мышь. И пускай она уже их травит. Так, отлично. А я в этот момент буду копить себе спокойненько энергию. Давай. Ну и думаю, что в самый раз призвать себе надо баллисту. Баллиста уже будет тут всех бомбить. Ну-ка, давай так сделаем. Ха, развалились. В труху, как говорится. Давай, чумная, поработай маленько. Хватит, как говорится, прохлаждаться там в тени. Ну что, Терракоша, я думаю, тоже, ребята, погибнет сейчас. И нам остается только лишь добить базу. Можно попробовать призвать деда. Тут и заморозка выпадает. Почему-то на таких вот легких уровнях нам выпадает все. И ускорение, и заморозка, да, там, например, и вихрь. А когда вот сложные бои, почему-то не дождемся мы этого нашего бонуса. Все, первый уровень прошел довольно хорошо. Ну что ж, переходим сразу ко второму. И здесь нас встретит кто? Ага, всадник на журавле появляется. Ладно, ладно. У меня, ребята, чумная мышь, баллиста. Я думаю, что как-нибудь мы справимся. Единственная проблема будет, если он сразу вызовет всадника в журавле. Потому что баллиста стоит дорого. Сейчас посмотрим. Если я успею накопить, конечно, я буду вызывать именно баллисту в первую очередь, а потом же прикрывать его, предположим, големом. Но нет, здесь немножко все по-другому. Так, голем, 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 голем. Ты мне здесь нужен, он же сейчас... Ай, ребята, сейчас оба у меня здесь упадут. И баллиста, и голем. Угу, вот это была, ребята, моя очередная ошибка. Ну-ка, мне повезло, что у меня откатился фаербол. По большому счету. Сами видели, что прекрасно было, да, у нас. Всадник у журавля бомбил моего голема и практически мог задеть базу даже. Если бы мы стояли бы чуть-чуть ближе. Так, ну что же, давай попробуем здесь разобраться с этими охламонами. Причем, заметьте, всадник на журавле, когда бьет, он, по-моему, пробивает всех, да, юнитов. Или одного только. Непонятно маленечко, ну да ладно. Фаербол готов, поехали. Вот так вот, чтобы не мешались мне здесь под ногами. Ну, как я вам и говорил, ребята, видите, у нас и ускорение выпадает. Ну, все, что нужно. Для, по идее, это бы вот для последних игр надо. А у нас на ранней игре все это выпадает. То есть мне это невыгодно и неинтересно, потому что тут я сам справлюсь. Тут и враг, как говорится, еще не такой крепкий, да? Давай еще одну баллисту вызовем. Так, бомбим, бомбим, бомбим. Ну, все-таки Терракоша, а? Дает. Он встает в свою каменную стойку, и ничего сделать с этим нельзя.
пока она не кончится. Ладно, в любом случае мы здесь с вами прошли и переходим на третий уровень. Вот, вот оно что значит, да? Здесь у нас появляется Вуджен. Тогда знаете, что мы сделаем с вами? Я, наверное, буду переходить... Я буду переходить, наверное, вот на этот отряд. Знаете почему? Здесь больше шансов, мне кажется, проиграть. Здесь есть тигр, здесь есть грифон, также здесь есть молотильщик. То есть вот эти все три юнита при смерти могут вызвать себе помощь. Так, погоди-ка. Вышел Таракоша, ё-моё, мне нужен паладин. Конечно же, паладин. Потом уже можно вызвать грифона. Так, грифон у нас 91 уровня. Он прокачан практически по полному уровню. Единственное, что у него не хватает звезд. Звездности ему не хватает, скажем так проще. Ладушки. Давай. У нас есть притягивание. Ага. А вот, ребята, и Вуджен собственной персоны. Он нам там не нужен, давай-ка мы его сюда подтянем и уже здесь накажем. Вот это уже другой разговор. Так, грифон, почему-то ты как-то маловато наносишь урона, как я посмотрю. Надо, наверное, призвать сюда тигра в помощь. Тигр, мне кажется, даже будет сильнее того же самого паладина. Я не сравнивал, конечно, характеристики, но мне кажется, в разы круче. У него мощнее удар будет. Так, что у нас тут дальше? А дальше конкретно, ребята, заваруха. Вуджена я опять сюда попробую подтянуть, чтобы его здесь быстренько уничтожить. И да, как видите, молотильщик у меня вырвался вперед и уже начинает пилякать по базе, но тут, ну тут встречается нам самурай. И смотрите, опять ураганчик. В первую, да, игру нам выпала заморозка, во вторую ускорение, и сейчас ураганчик. То есть, как я вам и говорил. А на последний бой фиг нам что выпадет, вот поверьте. Никакой помощи, будем сами тут справляться. Фух, ну что же, мы с вами здесь выиграли и двигаемся к предпоследнему этапу, четвертому, и смотрим. Так, здесь, в принципе, ребят, ничего сложного нету, здесь только прибавляется черепаха с пушкой. Ну, как по мне, так она, наверное, будет похуже, чем Вуджен, хотя у нее тоже, ребята, массовый урон, и причем она при выстреле еще как бы отскакивает, то есть ее не так легко поймать. Но зато у нее, по-моему, перезарядка будет в разы дольше, чем у Вуджена. Вуджен, если начинает шпиндякать своей магией, то у него какая-то она бесконечная просто-напросто. Так, ну что же, Таракоша вышел. Я думаю, что Таракошу мы встретим с помощью тигра. Вот, кстати, хотел сказать, вот, кстати, можно будет посмотреть и дамаг. Ну, в принципе, можно будет глянуть. Давайте-ка. Куда ты там, черепаха? Что ты там хочешь сделать? Ой-ой-ой-ой, не дотянулась, ребята. Не дотянули мы ее, эту черепаху. Смотри-ка, как они мне быстро... Вот. Вот про что я вам и говорил, что смертельный вот этот вот удар от тигра такой же может быть у нас и от молотильщика, и от грифона. Классно. Так, ну теперь-то я думаю, что шансов у них не будет, потому что вышла у нас друидка, и мы это прекрасно видим. И моя армия, как говорится, идет вперед. Также вызовем еще грифон себе на помощь. И вот так еще, ребята, все это дело подтянем. Ох, как классно. Обожаю, ребята, я вот этот урон у тигра. Когда огненный вот этот тигр вырывается, да, его душа, как говорится, проходит через весь экран. И вот такие вот легенькие персонажи, типа черепах, ну и так далее, просто погибают. То есть мы зачищаем себе площадочку. Ну что, у тебя нет шансов никаких, что ты тут выделываешься? Видите, ребят, о чем и говорил я. Ладушки, мы с вами переходим на последний бой. И здесь у нас будет богиня солнца. Кстати, здесь опять же Вуджен. Здесь же и черепаха. Что-то он всех в кучу, короче, собрал. Поэтому я, наверное, буду, ребят, пробовать вот этим вот отрядом. Давайте-ка попробуем. Тут нужно... Так, квест завершен. Исследователь. Это хорошо, мы потом с вами заберем гемы. Ну а пока копим ману. Так, опять вышел самурай. Ладно, против самурая мы вызываем маговоина. И мне нужно 500 маны, это минималка. Так, 400. 400, давай 500. 500, 500, есть, вот 500, ребята. Так, второй самурай вышел. Хорошо, нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно как можно быстрее призвать ведьму, наверное, ребята. Давай так попробуем сделать. Ай, зачем я сейчас... Я, ребята, сделал глупость большую. Я вызвал... Хотя нет, нормально все, ребята, пошло.
Но вот эта вот истерика всегда меня бесила и бесить будет. А что это вот так странно? А вот, вызвал. Я думал, этого никогда не случится, но он вызвал. Так, давай, 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 давай. Не надо позволять нам, чтобы мы получали урон. А мы его получаем, ребята. Мы получаем урон с вами. Есть. Богиню солнца мы с вами забомбили. Теперь применяем ульту. Что, у меня ведьма, что ли? Нет. Ведьма не погибла, ее просто откинула. Ну что, вот смотри, ребят, ну как вот это вот? Ну вот это специально уже сделано, понимаешь? У него все время оно срабатывает. Мне до Вуджена не достать. Вот в чем дело. Так, вот они, оба. Хоп. Так, ладно. Очень мало здоровья у меня у ведьмы. Еще этот Вуджен там подначивает. Давай еще и черепаха бомбанет сейчас, да? Ладно. Так, опять черепаха. Все, мы ее убили. Остается лишь самурай, я вызываю ульту. Ну, вот теперь-то все. Теперь-то его песенка спета, потому что, ну, даже кого бы он не вызвал, да, ребят, мы разносим ему замок. То есть, вы прекрасно видите, что вот прохождение этой карты практически никаких усилий я сильных не делал и не переживал. Ну что ж, давай посмотрим, что в сундуке. И в сундуке у нас, ну, не очень хорошо, ребят, на самом деле. Меня радуют только деньги здесь. Черепаха и замок меня как-то не особо волнует. Ну что же, у нас карта подданных. У нас 93 уровень, это паладин. И грифон, только паладин у нас оказывается 95 уровня. Так, грифон, значит, это летающий юнит, против которого нам нужно что-то сопоставить. Я думаю... Ну а почему бы и нет? Почему бы нам не сыграть вот этим отрядом? У нас тоже есть грифон, да, пускай он послабее. Пускай он не пятизвездочный, но тем не менее есть же. Так, и вызвать здесь нужно, ребята, в первую очередь паладина. Чтобы он смог, если что, убрать этого грифона с небес, как говорится, опустить на землю. Пробуем. Опа, паладин против паладина. Ладно, мы поможем еще себе молотильщиком, чтобы быстрее как можно его наказать. Наказал, елки-палки, а. Так, теперь, ребята, нам придется, наверное... Во, давай-ка так сделаем. И вот так вот. Что-то не то, по-моему. Или все, все хорошо, все нормально. Все даже очень круто, ребята. Заморозка? Ха-ха. Ну-ка, давай, грифон, бомби его пока. Я просто хочу... Я хочу призвать друидку. Успеем? Да, конечно, успеем. Так, вот она вышла. И молотильщик пошел, как говорится, у меня вперед. Зачем, только пока не знаю. Хотя все шикарно. Как нельзя лучше. Вы смотрите, ребята, у нас тут три тотема. Отталкивающий, хилящий и наносящий урон. Нет, наносящий урон, по-моему, он красный у нас все-таки. Так, давай пробовать. Где тотем твой, друидка, а? Где твои тотемы? Покажи мне, пожалуйста. Так, минус паладин. Сейчас у меня, ребята, тигр вышел. Сейчас будет разбираться здесь по-крупному. Так, притягиваем. Притягиваем, Смотри, какой у них грифон, ребята, хитрый. Оу, вот про это я вам говорил. Жестко, да, было, конечно же? Было очень жестко. Но, тем не менее, мы замок ему сейчас разнесем. Уже ничего ему здесь не поможет. Ну уж, тем более, вот этот вот никудышный паладин, который уже отдыхает. Все, ребят, я вас поздравляю. Мы с вами сразу же по-быстренькому, пока у нас есть энергия, а пока у нас ее даже много, мы будем переходить на следующий уровень. Так, и у нас здесь жрица. Добавляется. Так, против жрицы. У нас тут, тут энергии. Короче, давайте попробуем уже, как говорится, сплавить энергию вот на этом отряде. Чтобы, как говорится, не дергаться уже лишний раз и знать, что там-то у нас уже нету энергии. Ну, жрица, ну что жрица, ребят, ну она ничего не сможет сделать. Ну будет она хилять паладина. Все равно мы разнесем, понимаешь? Я даже друидку могу вызвать, прикинь? Нет, 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 не надо, не надо. Елки-палки. Блин, ребята, ну, ну как же так-то, а? Я, честно говоря, не рассчитывал на это. Давай попробуем вот так сделать. Ага, вот, ребята, жрица подобралась. Естественно, она будет хилять, и она это делает. С превеликим удовольствием. А мы делаем вот так вот. Тоже с превеликим удовольствием. Я вызвал друидку, и смотрите, что происходит. Происходит то, что мы, ребят, с вами рулим здесь. Я еще сейчас в придачу вызову тигра. И все, и ихняя песенка спета, потому что у нас, ребята, идет отхил от тотема друидки. Смотри, что происходит. Ай, красота, ну просто красота неписанная.
и Грифон там погиб. И все, и мы разносим базу. Слушай, ну что могу сказать, ребят, пока у нас противник не такой сильный, довольно легко идет игра у нас. Ух ты, карточку на жрицу. Если не ошибаюсь, нам еще где-то 50, по-моему, карточек жрицы, и мы сможем ее прапать на, по-моему, всего лишь третью звезду. Так, ну а здесь у нас прибавляется фехтовальщик. 96 уровень фехтовальщика. Это серьезная заявочка. Он быстрый, шустрый и критичный парень, поэтому его нужно тоже ловить очень быстро. Это будет у нас делать, наверное, скорее всего, Ронин. Или же маг-рыцарь. Как вариант, да. Давай проверим на маге-рыцаре. Сейчас посмотрим заодно, сколько он будет наносить урона. Слушай, вата. Вата он, вот что я могу сказать. Ну-ка еще разок. То есть достаточно одной плюшки, он, ребята, рассыпается. Ну это классно. Это классно. Так, Ронин, давай. Да елки ты палки, Ронин, ты как всегда меня подставляешь. Ты как всегда идешь еле-еле, не спеша, как будто ты на прогулку вышел, а не на войну. Ну да ладно, главное, что мы уже... ах ты. Хотел сказать, главное, что мы уже разносим ему базу. Но пока еще нет. Пока еще он держится, причем довольно неплохо. Смотри-ка. БФГшка. Слушай, ну паладин крепок. Да, тут даже, ребята, маг-воин мой не справляется, как вы видели. Хм. Ладно, я знаю, кто у меня здесь справится со всей этой шалупонью. И это будет у меня ведьма. Ведьма Вилма мы ее назовем, да? Я давно хотел ее назвать как-нибудь. Вот, будет теперь на нос Вилмой. Как в старом добром мультике или фильме. Ну, почему-то Вилма мне запомнилась больше. Не знаю, откуда это все. Может быть, вы вспомните. Так, давай, давай, бомбим, бомбим. Отлично. Отлично, ребятули. Все идет по нашему плану. И у нас предпоследний бой. Слушай, ну мы быстро идем с вами. Очень быстро продвигаемся. Ага, а здесь у нас прибавляется маг. Маг-злодей, противник еще тот. Тем более, когда будет стоять за паладином, за его спиной могучий, да, он будет бомбить. То есть, получается, у нас маг, это массовая такая, и грифон. Что вообще меня не радует, если честно. И поэтому, естественно, я буду пробовать играть через баллисту. Ух, нельзя позволить, ребята, ему вообще подходить к моим отрядам. И особенно, когда они у меня кучкуются. А кучковаться они в любом случае будут, потому что там, ребят, стоит паладин. Паладин всегда сдерживает отряды. Так, ладно. Черт, черт, черт. Давай вызовем Джиггернаута, наверное. Ага, тут еще и жрица вышла. Она будет хилять, конечно же. Тогда мы с вами будем вызывать баллисту, чтобы уничтожать сразу же. И... ага, а вот, ребята, и Ханыга пришел. Так, жрицу снесли. Смотри, сейчас что будет, ребят. Да елки-палки, что ж такое? Я не могу, ребят, пробить паладина. Да пошел ты. Козе в трещину, он уже достал на самом деле. Стоит и бомбит. Блин. Вот, 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 давай, 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 баллиста моя родная. Ну, давай, давай, пробивай их всех тут. Куда ж ты, блин, куда ж ты? Сюда снес баллисту мне, да ну, хорош. Это неправильно, это нечестно, я бы даже сказал. Такого не должно было быть. Но он снес. Да блин, этот паладин, он бессмертный, ребята. Ты посмотри, я его не могу пробить, потому что его сзади хиляет. Вон та дуреха. Ладно, давай поп... О, ураганчик, ребят, смотрите, нам выпал ураганчик, и это хорошо. Хоть где-то нам повезло сегодня. Ну, давай, давай. Да что, там... А, все, я думаю, в чем проблема, ребят. Жрица хиляет не только паладина, но она еще и хиляет и грифона. Вот почему. Ну, две баллисты-то, я надеюсь, справятся с этим делом. Хе-хе, мимо, грифа, мимо. Отлично, вот это я понимаю, вот это совсем другой разговор. Бумс, бумс, просто припечатываем. Так, дед, давай, пошел, нам без тебя, походу, дело тут никак, мы не справиться вообще. Хе, что там пыхтишь-то, дедуля, все, никакого эконья. Так, мы еще и карточку заработали. Мы еще и заработали карточку, это же великолепно. Так, ладно. И добивочный, да, ребята. Вот обожаю смотреть, когда вражеский замок рушится. Знаете, такое облегчение на душе. Все-таки есть, да, справедливость. Ну что же, здесь у нас, знаете кто? Здесь у нас епископ. А кто такой епископ для нас? Никто. Никто, ребята. Это бумажный босс. Можно так его назвать. Потому что никакой угрозы он абсолютно мне не сделает.
Единственное, мне вот не нравится вот этот вот маг 97 уровня. Это очень сильно. 97 уровень. Да. Хорошо. Будем как-то стараться. Не забывайте, что епископ делает защиту и отхил всем своим юнитам. Ну куда ты прешь? Ну вот. Ах, погоди-ка секунду, ребят. Тут только Джиггернаут, наверное, нам поможет. У меня же нету мага рыцаря в этом отряде. А ну-ка смотрим. С плюшки не падает, к сожалению. Понятно. Кто там дальше идет? Паладин, ага, фехтовальщик, паладин. Ну, все дела, короче. Естественно, нам надо на ранней игре. Ураганчик даже нам выпал. Что ж, это круто. Это, ребята, очень круто. Я вызываю еще одного Джиггернаута. И давай фаербол пустим. Блин, я думал, что мы заденем все-таки грифу. Но не получилось у нас маленечко. Так, ладно, мы бомбим по нему, смотрите. И я считаю, ребята, сколько нужно сделать выстрелов. 4 выстрела нужно сделать моей баллисте, чтобы уничтожить этого грифона. Слушайте, ну это очень долго. Смотри, что дальше происходит, ребята. Дальше к нам подходит паладин. Маг почему-то неуязвим в данный момент. И еще и вышел этот ханорик. Так, делаем такой вот трюк. Слушай, что-то как-то... Что-то как-то плохо. Совсем плохо, ребята, у нас тут дело идет. Смотри, он вешает щит без остановки практически. Вот хлопуга, а. Блин. Как быть-то там? Во, неужели немножко продвинулись мы? Фаербол у меня еще в откате. В зените, блин. Как это назвать, не знаю. Так, бомбим. Вот так вот, ребята. И баллиста моя погибла, к сожалению. Заморозка. Ха-ха. Ну что, маг, дострелялся, сейчас тебе хана будет. И нам остается лишь добить. Кстати, ребята, я могу сказать одно, что мы, по-моему, по времени не справимся. У нас 30 секунд на все дела. Ай-яй-яй-яй-яй. Не получается почему-то у нас. Да еще если он вот такие вот выкрутасы будет делать, то, конечно же, мы будем с вами проигрывать здесь. 20 секунд, ребята. Погнали. Паладин сейчас выйдет, да? Я выкидываю фаербол. Я... Да, паладин, и у нас здесь секунд. Скорее всего, ребят, не получится у нас здесь. Жаль, жаль, конечно, вот так вот глупо слиться. Практически на финишной прямой. Да, еще и фаербол. Это не есть гуд. Будем переигрывать, само собой. Нам не хватило буквально 2 секунды, а может быть даже и 1 секунды. Попытка была, конечно, хорошая, но я буду, ребят, переигрывать. Слишком медленный там у меня отряд. А вот этот вот, я думаю, вполне даже очень годный. И быстренько мы разберемся с нашим врагом. Доказательства, я надеюсь, предоставлю вам буквально через несколько минут. 300 до 5... Так, подожди, пятихаточка. Давай-ка мы будем наказывать для начала вот этого вот фехтовальщика. Я надеюсь, он также будет с одной плюшки падать. Проверим. Ну. Да, ребята, с одной плюшки он падает, все хорошо. Так, вот паладин, это, конечно, пакость, еще та, на самом деле. Ронин. Вот-вот-вот-вот, Ронин. Вот, Ронин, молодец, ну, правда, не туда, немножко бомбанул он. Ладно. Ты смотри, что, а. Ты смотри, как ему сейчас фартануло, а. С грифоном-то. Ладно, вызываем ведьму. Нам с вами деваться некуда. Вызываем ведьму и начинаем, как говорится, разрушение. Тотальное причем. Так. Через отражение вообще замечательно все было сработано. Ой, ты посмотри, какой у него урон. У него, ребята, очень здоровый урон, но я имею в виду у мага. Гадёныш, что вытворяет, а? Без стыда и совести причиняет мне боль. Так, давай-ка мы сделаем с вами вот так вот. Ой, да еще и этот попался. Под удар, да? Сам епископ, на-ка. Еще и заморозка. Она нам, наверное, не понадобится, но я все равно использую. Да, ребята, вот я вам говорил. Я справился буквально за минуту. За минуту с небольшим. Вот что значит имбовая команда и поставленная игра. Так, ну что же, вскрываем с вами сундук и смотрим, что нам здесь выпадает. Так, ну этот охламон меня не интересует. А вот то, что нам дали 11 карточек на короля, это уже, да, это радует. Так, ну что же, у нас 96-94 уровень. Причем, ребята, заметьте, на первой игре нам дают 96 левел. То есть к концу игры там уже будет, наверное, 98-99. Так что нужно хорошенько подумать. Здесь мы, наверное, с вами возьмем. Так, пришелец, да? Пришелец.
Ладно, поехали. Будем отыгрываться этим отрядом. Хотя я сомневаюсь, что баллиста, например, будет с одного выстрела сносить этого пришельца. Но зато я, знаете, что могу сделать? Я могу выслать чумную мышь. Да-да, именно чумную мышь. Именно вот для этого дела. Блин, да чтоб тебя. Ребят, я просчитался маленечко. Я просто маленько просчитался. Хотя нет, нам повезло. Надеюсь, он не будет вызывать больше. Нет, он вызывает, но слава богу, это не летучая. Ой, не пришелец вот этот вот. Иди отсюда. Летает он мне тут, над душой стоит. Ну все, теперь я спокоен. Потому что он, конечно, может забрать джаггернаута у нас. Потом может забрать у нас зомби. Но я-то буду плодить армию без конца и края. О, вообще замечательно. Ну вот и все, и песенка его спета на этом уровне. Смотрите, что происходит. Жалко, у меня нет фаербола, я бы ему жирную такую точку поставил бы по разносу его базы. Ну вот, отлично, ребята, двигаемся с вами далее. Второй этап у нас здесь начинается. Ну, в принципе, это по стандарту. Он выпускает на поле боя воблера. Тогда мы с вами пойдем вот таким вот коротким путем. Против воблера будет хорошо у нас справляться тигр. Ну вот этот тут пришелец меня, честно говоря, нервирует. Давай вот так для затравочки сделаем, на самом деле. Потому что молотильщик... Ну вот, вот, в принципе, на что и был у меня расчет. Давай еще. Ага. Жаба вышла, да? Противная жаба. Так, и воблер, елки-палки, вот это плохо. Это, ребят, плохо, сейчас будут свои эти метать. Давай вот так попробуем сделать. Давай попробуем вот так вот сделать. Тигр, елки-палки, ребята, у меня не хватает. Думаешь, что такое? У меня энергии не хватает для вызова тигра. Ладно, сейчас, сейчас попробуем. Нет, вначале грифона, наверное, все-таки, да? Наверное, все-таки грифона для начала. Так, ускорение. Завершите квест «Истерия». А вот воблер как раз воздушной цели-то, да-да, подбивает. Причем довольно хорошо. Слушай, пришелец, не надо меня нервировать. Мне еще не хватало, что ты у меня здесь тигра забрал. Но. Так, вы посмотрите, сколько наносит урона тигр. Просто половину хп сразу сносит. Да, сработало. Блин, как ты меня бесишь, а? Пришлый. Раздражает он меня, вот серьезно говорю. Именно этот пришелец поганый меня раздражает. Так, ну попробуем. Так, ладно, минус, минус. Вот смердящий пес, а. Ребята, 50 секунд, я не могу ничего сделать. Давай попробуем друидку вызывать. Потому что, ребята, она хотя бы вызывает тотемы. Ну, а тотемы вы сами знаете. Пускай забирает этот пришлый лучше тотемы, чем юнитов. Но я что-то поздно об этом подумал. Очень поздно. Ну-ка. Что выйдет? Ничего не выходит, блин. Давай так вот еще попробуем. В общем, ребята, я зря потратил энергию, на самом деле. Вот в этом бою зря потратил энергию. Молотильщик газанул, молодец. 15 секунд, нет, не вариант. Мне друидку нужно было, на самом деле, сразу же вызывать. На ранней игре. А я, когда созрел уже под конец. Ну да. Не вариант, конечно же. 2 секунды, блин, ну. Еще жаба эта с молотом тут бесявая стоит. Так, ладно, я ускоряюсь, ребят. В любом случае, мы здесь уже пройдем этот уровень. Ну, как видите, с погрешностью с большой. Не уложились по времени. И, кстати, я не знаю, у нас энергия-то осталась еще или нет. Нет, я никуда не пойду, я буду переигрывать этот уровень. У меня остается только лишь 2 энергии на моем имбовом отряде. Ну, делать нечего, придется играть имбовым отрядом. И фикушки 2 я буду вызывать сюда сейчас мага-рыцаря. У меня пойдет первый бой, это кто? Да, это всадник Мужарле у меня побежит. Ну, на худой конец я, может быть, вызвал бы Ронина, но я знаю, что этот охламон его похитит. Хе-хе-хе. Ну, бас. Так, здесь он проходит, понятное дело. Он здесь проходит. Мы вызываем вот так вот. Так, и кто? Ронин. Ронин мне здесь нужен. Ну, выпускаем, ребята. Оп. Шикарно. Шик и блеск. Сработано как надо.
Так, давай-ка вызывать ведьму, ё-моё. Так, вызываем ребятули ведьму. Минус. Так. Ну вот, ребята, и ведьма. Со своими отрядами зомбарей. Так, давай-ка вызовем Ронина. И еще одну БФГшку, ребят. Так, погнали. Минус воблер. Ну что, пришельцы-то не могли, что ли, подбить, ё-моё. Я имею в виду ультой. Ну все, нет никаких шансов и вариантов у него на победу. Потому что, смотрите, армия зомбарей растет. Мы его притесняем. И от базы ничего не остается. Великолепно просто. Жалко, конечно, что у нас мало энергии. Но я думаю, что на этот уровень нам хватит. Здесь морской пехотинец. Космический слизень. Ладно. Думаю, и с ним справимся. Тем более отряд то, что надо. Именно вот для этих, ребята, историй. Будем, наверное, маленечко копить с вами на... Посмотрим сейчас. Я знаю, что он будет вызывать этого с молотом, да? А сзади него обязательно пойдет вот этот вот слизнюк. Так всегда будет. Сейчас, по-моему, еще и пришелец полетит, да? Или его здесь нету? Хоба, вот это обожаю, ребята, вот как наносит дамаг у нас этот. Ага, нету, есть! Он есть, оказывается, гаденыш этот. Был, точнее. Он у нас, оказывается, просто был. Ну что же, нам это на руку. Соответственно, я сейчас буду вызывать ведьму. Ну, а там уже будет полный разгул. Ну, маг-рыцарь, отлично. Хотя бы одного здесь подбили. Поехали. Минус. Иди отсюда. Стоит он мне здесь. Стреляет стрелок. Фигов. Так, применяем, ребята, ульту. Хоп, хоп. А почему? Ха, а почему мы не добили? Ульта прошла, ну по нему, ну. Урон-то он получил минимальный какой-то. А, может быть, у него был вот этот вот щит. Да? Дополнительный, так скажем. Поэтому не прокатило. Ладно. На первый раз прощаю, да? Ну все, ребят, я могу сказать вам одно. Мы с вами здесь победили. Энергия у нас с вами закончилась. И нам ничего не остается, как просто завершать эту серию. Так, давай заберем, значит, здесь три гема. Уничтожить бойцов нежити. Блин, буквально, ребята, одного бойца не уничтожили. Но зато уже 262 гема. Это круто. Половину нужной суммы мы уже накопили с вами. Скоро будем, наверное, открывать сундук эпический. Кстати, смотрите, ребята, и пол уровня я набил. То есть 92 уровень у нас уже не за горами. Ну что же, думаю, что на этом можно и заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующих выпусках. И удачи вам. She puts a smile on my face.